Good night, Yuri Vernilub, head coach of FC Sheriff. Only begin for you a little declaration after with your questions. Ну, я прежде всего хочу начать не с игры. Eu quero começar a falar não do jogo. Я родился в Украине. Eu nasci na Ucrânia. Я живу в Украине. Eu vivo na Ucrânia. Я хочу высказать слова поддержки. Eu quero dar umas palavras de apoio. Украинскому народу. As pessoas da Ucrânia. На которые сегодня утром произвело нападение Россия. As quais sofreram um ataque russo hoje de manhã. Я горжусь, что те люди, которые сейчас ведут оборону Украины. Eu tenho orgulho nas pessoas que estão a defender. Не жалея ни сил, ни своего здоровья. Não tendo pena das suas forças e da sua saúde. Дают возможность другим людям спать спокойно, пока что. Dão a possibilidade das pessoas dormirem serenas. И последнее, что скажу на своем родном языке украинском. И última coisa que eu vou dizer na minha língua natal. Україна понад усе. Слава Україні. І слава всім героям, які сьогодні захищають її. Що касательно ігри. Agora vamos falar do jogo. Я вам вчора говорив, що у нас шанси 50 на 50. Eu ontem disse que as nossas hipóteses eram 50-50. Мы не очень хорошо провели первый тайм, пропустили два мяча. Nós não tivemos uma boa primeira parte e sofremos dois golos. Но нашли в себе силы и не дали больше сопернику забить. Mas encontramos as forças e não demos ao Braga marcar mais. Но, к сожалению, сами не смогли забить, хотя были моменты и в первом тайме, и во втором. Mas infelizmente não pudemos marcar também e tivemos momentos na primeira e na segunda parte. Но это спорт, это футбол. Mas isto é desporto, é futebol. Всегда есть победитель, всегда есть проигравший. Há sempre um vencedor e um derrotado. Сегодня я могу только поздравить ваш клуб Брага с проходом в 1/8 Лиги Европы. Felicitar, dar felicitações ao Braga por ter passado para a próxima fase. Но мы все равно выглядели очень достойно. Mas nós também jogamos bem. Это то, что я хотел сказать. Это то, что я хотел сказать. Please, questions. Здесь вопросы, если есть. Tem família na Ucrânia, já conseguiu falar com eles? Como é que viveu toda esta situação, estando longe do seu país? У вас есть семья на Украине. Как вы с ними общались? Как вы думаете, как они? Очень тяжело об этом говорить, уже три дня я в тяжелом состоянии, можно сказать. Но, слава Богу, все живы. É difícil falar nesta situação, mas graças a Deus estão todos vivos. Есть жена, есть два сына, есть два внука. Tem uma mulher, dois filhos, dois netos. Есть сестры, братья. Tenho irmãos e irmãs. Дай им Бог здоровья, чтобы их не зацепила эта война. Я думаю, что по прилету в Молдавию я все-таки попрошусь у руководства и уеду тоже. Я должен быть рядом с ними. Другого варианта нет. Quando chegar à Moldávia, eu vou pedir para ir ter com a minha família. Если понадобится помощь моя, что я смогу помочь, я всегда пойду и помогу. Se precisarem da minha ajuda, eu estarei sempre lá. Это не обговаривается. Isto não se fala. Спасибо большое. Хорошего вечера. Еще раз с проходом. Извините. Tenham uma boa noite.